Раздумываю над предложением поучаствовать в выборах в сентябре, в выборах на пост главы города Сергиева Посада. В связи с этим, конечно, считаю необходимым обратиться к вам и проинформировать, а самое главное – заручиться вашей поддержкой. Мы с вами знакомы, наверное, со школьной скамьи, и я знаю вас как человека весьма порядочного и очень подходящего для решения муниципальных и государственных задач. Считаю, что вы сможете продолжить свою трудовую деятельность на посту главы города Сергиев Посад и сделать еще очень много доброго и полезного для наших прекрасных жителей. Теперь кандидатуру Михаила Токарева должны утвердить на предварительном голосовании местного отделения партии «Единая Россия».